We need to talk. Yes, Sam, it's time. What's happening? Sam, I can't. Sam, я. Where are you going? Get back here. Вернись. I'm trying, but я it's not working. Но не могу. Where are you? Can you hear me? Can you even hear me? Меня хотя бы слышишь? Fine. Ладно, я I'll come to you. What? I got a feeling I'm not gonna like this. Только выход. Ну, получается, что так. Okay, do not freak out. You've been through this before. In the same room again. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. It still keeps going. It feels like I'm trapped in a maze. Question is, where does it lead? I wish there'd been another way. There you are. You and I need to talk. What? What's happening? Что происходит? Машина, ник, авария, пожар, раскол. Remember the fact, Sam. That's how you'll get through this. Факт. Путь убрать. Losing control of my own mind again. I'm almost making it a habit. Он даже нигде ничего сидит дома. Что я решил уехать. Отговаривать. Кашка. Exit. Но мне не exit нужен. Или exit. At least I'm not being chased this time. Так ведь. Right? Wonder what's in store for me now. Двери. And I'm back to square one. I'm always starting from the same position and looking at the same door. Maybe it's not about which door I go through so much as which door I choose.
I should just make a choice and stick to it. Always tackle a problem head on. Of course. Не знаю, как я выбрал именно ту, которую надо. There's no running away from it. Давайте, бесполезно. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. Не субил. Иди запада. Так. Или застрел. Ударил. Застрел. Брать. Don't need that right now. Just give me a break. I give up. Сюда я еще. Ограбление, похороны, поминки в баре, встречи в кафе. Какое ограбление? Ну, этот путь. They both deserve to be happy. Не имели права на счастье. Is that? Это же черепашка. Your mother told me what happened. Она мне все рассказывала. Она все настаивает, что ты училась содружить. Да. Она боится, что будешь одинок. Она не хочет, чтобы ты был несчастен. Она счастлива? Не всегда. Я тоже не всегда счастлив. Счастье — это еще далеко не все. Я бы сказал, понимать, кем ты хочешь быть, важнее, чем быть счастливым. Смотри, я тебе кое-что принес. Какая прозрачная, она вся просвечивается. В этом и есть вся сила, ей нечего скрывать. Она трезво смотрит на саму себя, и это открывает ей глаза на весь мир. Это не минус, а плюс. Настоящая суперсила. Вокруг бушует буря, ты спокойно стоишь в самом ее центре. Теперь,
Ладно, пора поговорить с собой на чистоту. Ты где? Сэм, пойдем. Из вас настоящий. Сэм, where are you? Сэм, where are you? Сэм, where are you? Сэм. Такой психоделик, конечно. Me, Sam, we can do this. Follow me. You and me, Sam, we can do this. Sam, come with me. Follow me. You and me, Sam, we can do this. Сэм, убери его. Ну, блин. Мне это не нужно. Ты слушай, никто правильных слов просто нет. Скажи, что Сирена, скажи прямо, она придумает. Если промолчит, все кончено. Он. Слушай, сведи все к шутке, если ты ничего не сделаешь, все кончено. Вспомни. Put that away. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Listen to her. Sometimes there's not a right thing to say. I thought that's what we were supposed to do. I'm sorry. I just wanted to fix things. Сэм, did you really think doing something like that? Что с вами, ты не так мне не хотим что-то исправить? Don't leave me, Lee. Я уже не имею друзей. No one at school talks to me and со мной не разговаривает, и ты обещал. Извинись, она еще ребенок, она не поймет. Проси у нее прощения. Обещай, что ты вернешься, она обрадуется. Объясни, почему хотя бы она имеет право знать. Это ты. It's not you, да, но не в тебе пока что. В нашем городе. Ванне. Просто не могу. None of that is my fault. Я-то не виноват. I know, да, но я не могу остановиться. It's not fair. Так нечестно, я понимаю. Но так нечестно. I understand, but it's not fair. I guess you find the one for once. Ты был прав. Leaving town just like that.
Даже старым другу ничего не скажешь. Tell him the reasons. Give him a few and he'll be fine. Слушайте, извините, конечно, не виноват. Maybe tell him you'll call. А да, что будешь звонить? He cares. Tell him how much you hurt. Это ты. Everyone in town hates me. Ненавидит. По-моему, даже Анна, даже я сам. I think I hate me. I have to get away from this place. Если отсюда не уйду, я просто умру. По крайней мере, внутри. I get it. Понятно, но не забывай, где бы ты ни был, я всегда за тебя. No matter where you go. Да, ты не хочешь что обсуждать, но речь о твоем сыне. I know the real you is here. The rest are just illusions. Сосредоточиться. There's only one of you. I can't just choose them all. Think. Focus. Я даже не понимаю, в чем суть. Обсуждать твоему сыну. Разговаривай, ну-ка. Ему плохо в школе, у него проблемы с социализацией. Что за формулировка такая? Он пока не успел завести друзей. Вот и все. Он сам с собой разговаривает, со своим воображаемым другом. Прямо как я в его утро. Тебе и реальные друзья были. Он разговаривает сам с собой больше, чем с другими. Мне кажется, надо прислушаться к совету того учителя. Да не надо ему корректирующий класс, на него там только ярлыки повесят. Аккредитационный класс — это программа по развитию социальных навыков. Ему там будет лучше. Мой сын не будет учиться в классе для дебилов. Ты помог мне, когда мне все бросили. И с тех пор никогда меня не оставлял. Дальше ничего нету. Дверь. I'm ready. Я готов.
прикольно. Привет. Подождал, что рано или поздно до этого дойдет. Знаешь, я не ожидал, что ты можешь быть таким открытым, особенно с Джоан и с Анной. Наконец-то ты встал на правильный путь. Думаю, тут есть моя заслуга. Я стараюсь. Я делаю, что могу. По-моему, мы с тобой хорошая команда. Было сложно, ты шел на уступки. Согласен. Подстраивался под других. Приятно ведь ощущать связь с людьми. Ты делаешь вид, что мы друзья, а сам только переделать. На твой мир расколот надвое, и обратно не собирается. Есть Сэм, успешный взрослый человек. А есть Сэм, депрессивный, повернутый правде мизантроп, который не понимает, что объективная реальность — это миф. Вот тебе правда. Чтобы быть счастливым, иногда надо думать о людях, а не о доводах. Не знаю, хватит ли мне сил. Не слова, все так просто. Я не уверен, что справлюсь. Конечно, надо подработать, но все придет. Невозможно наслаждаться жизнью, когда тащишь на себя тяжесть, как мир. Все есть цена. Слушай, ты столько мне помогал. Даже сейчас все идет кувырком, но ты все равно рядом. Конечно. Хотя в последнее время ты научился прекрасно справляться с паникой. Мы оба знаем, что я не могу разорваться надвое. Пора выбрать что-то одно. Выбрать меня, стать частью общества, стать счастливым. Забыть лишнее, понять потребности других. Перестать притворяться другим человеком. Или гнаться за несуществующей правдой и отказаться от отношений с людьми. Но трезво смотреть на мир и менять его к лучшему, несмотря на возможные последствия. Пора. Дороги две, на выбор только одну. Блин, ну тут, конечно, сложный выбор. Блин. Ну, беру его. Я так старался на сама вся жизнь. Тебе просто надо будет думать, чтобы окружающих и чуть меньше про все остальное. Знаю. Я готов. Будет непросто, но мы с тобой. У нас все получится. Мы заодно.
Обзорная площадка. Она, наверное, шла искать тайник Дики. Нельзя бросать ее тут одну. Да, но некоторые решения не отложить. Согласен, идем сам. Если что, на помощь позвать. What are you thinking, Sam? You can't just. Блин, не туда пошел, типа. В другую сторону. А, все, я понял, Дима. Там с чего все началось? If Declan arrives, he's gonna see the car. He'll know someone is here. Declan could be here already. I should be careful. Может, с собой мне-то все-таки помочь? Да, я за тебя испугалась. Мне очень жаль. Извини, у меня был приступ паники, просто что подвергнуться опасности. Поэтому прошу, я на все 100% в реальном мире. Ладно, рада тебе. Получается, еще не но и все безумие наконец-то закончится. Надеюсь, наконец будет хороший. Хочется, чтобы хоть кто-то отомстит за Ника. Пусть все это закончится. Если хочешь, уезжай. Зачем рискнуть? Если хочешь, езжай домой, может, так даже лучше. Как мило, какой ты у нас мачо. Я знаю, что рискую, но пока что все шло неплохо, правда же? Так что хорошая попытка, но я тебя так просто не отстану. Я знаю, как это, но вдруг бы согласилась. Надо как можно скорее найти флешку. Как дела? Ее нигде нет. Ну, Дики не говорю, где этот тайник. Нет, придется искать дальше. Ты с той стороны уже смотрел? Уже везде смотрел, но пока только жвачку под столами нашел. Declan вот придет, надо спешить. Так, смотрите. Тайник обычно слишком ненадежно. Мусорка, смотри. Ящик для еды изучить. Rotten food. Ну, даже слишком Probably мерзко. Too gross even for someone like Dickie. Nowhere to hide a USB stick here. Вон в мишку бы спрятать. О. Found it. You did? Let me see. With this? We'll be able to put this on the front bar and prove your name. Come on. Ты не вину, пойдем. Hold it there, boss. Стоять. Declan. Now. Расслабьтесь, ребята. Вижу нас со своим братом. А теперь просто отдайте мне то, что вы только что нашли в ящике. Как ты смотришь людям в глаза и нагло врать? Ты на поминках пил с его друзьями. Это мне тяжело удалось. Почему ты предал свой долг?
Честный защитник города. Ты не в курсе, как терять контроль над ситуацией. Как что-то невидное выходит за бок, становится только хуже, а потом... Сам попробуй рвать жопу за одну зарплату, когда тебя все за спиной оскорбляют. Я много лет городу отдал, и правда верил, что это было хорошее дело. А потом ты убил Ника. Не надо думать, что я какое-то удовольствие получил, мне пришлось... Да, с этим пьяным идиотом Деннисом то же самое. Я хотел понять, сколько он знает и добиться, чтобы держал язык за зубами. Казалось, он слишком много знает. Сейчас это может быть и другим. Всегда есть какие-то варианты. Я смотрю, как ты будто даже поумнел, Хиггс. Не хочешь наступать на те же грабли, что 2 года назад? Херня, эти высокие идеалы, а? Тебе все доверяли. Тебя весь Бествуд уважал, на тебя все рассчитывали. Вот только этого не надо, я полжизни этим лицемерам отдал. Все тебя жмут руку, рассыпаются в благодарностях. А стоит отвернуться, всадит нож в спину. Со временем я помню, что люди подлые, с этим можно только смириться. И что-то где-то замолчать, кто-то все равно на этом заработает. Почему и не я? Ник? И Деннис, это я не хотел. Но что ж теперь. И больше я хвостов не оставлю. Она что-то задумала. Вызвать к совести. Может, хватит уже убивать Деклан? Подумай, что ты творишь. Тебе правда все устраивает? Ты убил Ника, убил Денниса, организовал Бествуд наркоторговлю. На этом все могло закончиться. Но ты опять полез не в свое дело. Теперь мне придется разбираться с 2 свидетелями. Дело плохо будет, иначе будут каждое слово на фейс золота. Твоя задача его отвлечь, когда вы с Анной получите преимущество до конца. Каждую секунду до конца. Подскажи мне, почему бы мне просто вас не убить? Тебе не угодно нас отдыхать. Чем больше трупы, тем труднее их скрыть. Это да, вот на трубы не болтают. Слушай, я не хочу вас убивать, но честно, ничего личного. Хотя бы себе не вред. Понятно, что это лично. Но ты нас не убьешь. С чего ты взял? В душу мне заглянул? Говори ему то, что он хочет. У тебя с тобой все. Мы общались с Дикки, так он готов тебя сдать. Может, он прямо сейчас выкладывает все без. Это Дикки сдал мне Ника, выдал, что он и не думает сворачиваться. Ему было обдолбыше, реально были яйца. Твой друг был бы сейчас жив. Тогда почему он сдал тебя нам? Он страшно напуган. Напуган, но недостаточно, чтобы пойти к шерифу. Поэтому мы еще можем разойтись с миром? Как, например? Забирай запись, который украл Дикки, и отпусти нас. Мы будем лучше. Ты ведь знаешь, где живут наши родные друзья. И это хватит, чтобы вы закрыли рот на замок? С чего тебе доберете? Я тебя знаю. Тебе тексты важнее людей. Тебе подтянул на дно весь наш город, а мы потом за тобой подтирай. Если я вас отпущу, кто сказал, что старая история не повторится? Я не повторю ту же ошибку. В тот раз неудобно, правда, мне всю жизнь поломал. Не только мне. Я эту ошибку больше не повторю. Что сделал выводы? Не знаю, что. Подозреваю, что ты сообщил про тело Денниса. Даже себя подставить под удар тебе не ПВС, а подставился ты крупно. Но ваша смерть будет мне боком, тут ты прав. Так что давай-ка ты дашь мне флешку, Анна. Все будет хорошо.
Стой, чуть-чуть сам. Она сейчас на нее нападет, отвлеки ее на себя. It's better for everyone this way. You win, Declan. Good call. I expect you two to keep your end of the bargain. You asshole! Not exactly what I had in mind. Hello? A woman has been shot. I need an ambulance. Just hurry! Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. Ну, ей в плечо попали. I'm fine. Нормально, честно. Don't worry. Anna, Anna, please. Надеюсь, она не умерла, а просто потеряла сознание. Кэрри Джеймс, вы слушаете бастардскую волну? Слышали новость? Местный полицейский, застреленный на прошлой неделе, оказался главным наркокартелем, который торговал опиодом прямо в Бастарде. Ужасно. До употребления служебной половины ввозил в город наркотики со всей страны. А также убил двух человек в попытке скрыть преступление. Но есть и хорошая, но журналист, который ранее даже из закона, сегодня выписался из больницы, слава богу. Слава богу. О, Сэм. Сэм, рад вас видеть. Опять он, похоже, он искренне хочет стать здесь своим. Впрочем, нет, Хью хочет, чтобы его считали. Вера, заходили к Ане? Да, решил ее навестить. Нельзя было свободным от общества, Сэм. Много кто к ней пришел, Кэти, Уолт, Бесс, но я как будто переступаю границу. Но порой это необходимо, чтобы стать своим. Я знаю, как это, когда ты не включен в общество, верно? Да, чтобы пустить корни, требуется время и усилия. Чужакам надо объединяться. Нам, чужакам, надо друг друга держаться вместе, чтобы свои не прознали, как они нас пугают. О, да. Я эгоист, вы здесь все же не ради меня. Думаю, она вас заждалась. Хорошего дня, нет. Всего вам хорошего, молодой человек. Спасибо. Вижу, не один пришел навестить Анну. Хорошо, что я наконец выписал. А, так я к ней на хату приехал. Сэм, hold your horses. Anna's busy with the sheriff. Наверное, лучше им не мешать. Хорошо, как вы, Джо? Как я, сынок? Спасибо, что пришел на стационар, но это ничего не меняет. Моя девочка ранена, тяжело ранена. А ведь если бы не ты, могло быть куда хуже. Ты молодец. Видишь, я же говорю, что дать ему слово защитить, это правильно. Кто знает, может, чувство долга придало тебе силу, боюсь, Декла. Но ты правда молодец, красавчик, чувак. Это не только моя заслуга. Она тоже, если бы не она, меня бы тут тоже не было. А, не тебя одного. Знаешь, она рассказала мне, что было на скале. Сказала, я спасла то, что прочитал Декану. Я его понимал.
Я знаю, какой Деклан. Знал его слабости. Может, даже разделял парочку. Не сравнивая себя с этой швали. Ты хороший человек, Сэм. Не верь тем, кто говорит другое. Я знаю, что ты к моей дочери. Сегодня ты в этом не одинок. Много добрых людей пришли в гости, хотят ее радовать. Заходи, Сэм. Мало осталось ребят с хорошим крепким рукопожатием. Заговорить. Привет, Уолтер. Мальчик мой, кого я вижу? Я хотел все позвонить, но позвонить как-то равнодушно. Как ты? Хорошо, что она жива. Хорошо, что она с нами. Все могло быть гораздо хуже. Хуже всегда есть куда. Да, всегда. Ты пережил настоящий кошмар, но я рад, что ты все еще с нами. Я сам пару раз едва не встретился с создателем. Я должен сказать, не самый это приятный момент. Она начинается не жизнь, это безусловно. И твои близкие тоже. Бесследно это не проходит. Два человека, которых считал родным, погибли. Один ранен. Пожалуй, пришло все-таки время отложить старые шпоры. Этот Бассел Джонг был последним. Ты уверен? Может, не будешь торопиться с решением? Это на тебя не похоже. Первую мою неделю в редакции ты сказал, перо не меч, но щит. Но ты оставишь город без щита? Моим же словами? Поверь, это я не по своей воле делал. Но мое пламя погасло, и мне некому передать свой факел. Хотя... Предложит тебе стать главред. Он не тогда не хотел тебя отпускать, но он отпускает чуя, уверен. Анна, ее связь с городом куда глубже, чем твоя. Правильно будет взять ее. Если, конечно, ты не заинтересован в этой работе сам. Ты один справишься с этой задачей. Ты уже не раз доказал, что журналист. Надо было тебе давно тебе это сказать. Спасибо, но нет, у меня сложные отношения с этим городом. Конечно, глупо было. Как насчет Анны? Я не знаю никого, кто бы так любил Бастут. Анна? Она никогда не была в штате, я как-то и не подумал. А теперь чувствую себя старшим другом, потом она согласится. Кто знает, надо ее спросить. А ты уже нас не забывал. И когда я тебе напишу, я отвечу, Уолтер, честно. Можно дать тебе небольшой совет? Жить лучше, когда твои друзья рядом. Где они? Где папины блокноты? Такие еще желтые. Потом их поищи, там люди только подъехали. Иди поздоровайся. Желтые были ее любимые, я хотел тоже в них писать. Они точно где-то тут сейчас еще будут. Повторять не собираюсь. Ладно, неважно. Осторожно, слоник, у нее плохой день. Извини за эту сцену. И раньше-то было не очень, но теперь она совсем закрылась. Ей нужно время, чтобы осмыслить произошедшее, столько всего случилось. Может быть, она просто больше не хочет жить в Бастуде. Ты не понимаешь, я не могу просто уехать. Кэти, я тебя не осуждаю, просто помочь хочу. Ай, прости, сколько всего на меня навалилось.
Джон всегда был хороший контакт. Посоветуй что-нибудь. Так, нужно следить за Сэмом. Кэти и так не сладко. Джон заметил, что ее мама злоупотребляет обезболивающе, но прям требовать у нее объяснений нельзя. Джон, Кэти, Джон отдалилась, потому что ты в последнее время сама не своя. Она говорит, иногда ты ее как будто не замечаешь. Она тут ни при чем. Просто я работаю как лошадь, недавно еще спину повредила ей. Она говорит, дело не только в этом, ты пьешь таблетки. Мне больше ничего нет, спина не помогает, вообще с ними легче. Слушай, я даже не представляю, как тяжело одной с ребенком. Но я не хочу, чтобы Джон потерял последнего родителя. Боже, я не думал, что все так плохо. Ты прав, мне надо лечиться. А Сэм, а ты мог бы иногда брать Джон к себе? Конечно. Ей сейчас очень нужна поддержка близко. Да? Я буду только рад, Джон, мало с кем взрослый комфорт. Просто я думал, что смогу одна. Я готов тебе помочь. Спасибо, если что понадобится, говорит, ты мне как брат. Пойду с остальными поздороваться. До встречи. Надо еще с самой Джоном поговорить. И смотри, не разлеживайся, надо дышать свежим воздухом. А то врачом только дай волю, тебя на месте запрут. Сэм, наконец-то ты пришел, я тебя искал. Знаю, что ты прошел через сад, это понятно. Если кто-то из сотрудников полиции может что-то для тебя сделать, или даже я сама, в общем, обращайся хорошо. Мне для тебя каких-то веки хорошая новость. На пистолете Денниса остались отпечатки Деклана. И поскольку ваше санное слово подкрепляет показания Дики, вы санного обвинения можете не бояться. Самооборона есть самооборона. До сих пор не верю, что мой доверенный сотрудник вел наркоторговлю. Она боится, что теперь ее не переизберу шерифом. И пытается восстановить репутацию своего участка. Пока ты не ответишь, помни, что дружишь с шерифом, бывает выгодно. Не вините, никто такого не ожидал. Я бы ему собственную жизнь доверял. Серьезно, целеустремлен, даже на грани одержимости. Трудно заметить гниль глубоко под полом. Я тоже такое не ожидал. И ни в чем не виноват. Спасибо, Ш. Просто Бесс, мы с тобой столько лет знакомы. Чего уж там. Ладно, я бы осталась, но труба зовет. Береги себя, Сэм. Так, а где малая? А, вот она. С ней поговорить. Привет, Бог. Привет, слоник. Ты... Лучше ты. Я девочку не понимаю. Как ты? Нормально. Вроде этот ответ все обычно. I want to know how you feel. How you really feel. I guess. Сегодня лучше, чем вчера. Наверное. Maybe. I still missed out. Я скучаю по папе, но когда я узнала правду, не знаю, мне стало чуть легче. I don't know. Makes me feel a bit better. It'll keep feeling better. Со временем тебе станет легче, даже когда тяжело прожить. Не забывай одну вещь. Ты не одна. И твоя мама всегда будет с тобой, несмотря ни на что. What about you? А ты как? На этот раз ты останешься? Sure. Я еще не знаю. Но я сказал твоей маме, что буду давать ей от тебя отдохнуть. Правда. Твоей маме нужна помощь. Ну да, и твоей маме хорошо, и ты, наверное, тоже будешь рада.
So, то есть мы снова будем общаться и даже играть на столике в кафе. Maybe board games at the coffee shop? Just like old times? Прямо как раньше. Хоть каждый день. You're the best, Милли. Просто чудо-слоник. Громко сказано. Слушай, мне надо Каня. Мы увидимся, ладно? Ага, только поскорее. Сколько всего она может вместить в магазин ходить? Наверное, надо было тоже принести что-нибудь. Поговорить. Привет. Привет. Ну, думаю, может, ты и не придешь уже. Я хотел успеть сюда до тебя, но решил по дороге заехать на кладбище. Навестил, наконец, Ника. До сих пор не верится, что его нет, да? Я даже ждал услышать его голос, когда открывала дверь. И как? Звучит безумно, но как будто самый тяжелый день моей жизни наконец закончился. Мне тоже. Могу только согласиться. У меня то же самое. Думаю, это никогда не кончится. Хорошо, ты была со мной. Цени, а то пулю бы самого пришлось ловить. Ладно. Как ты сам? Как ты все это смысливаешь? Все хорошо. Мой мозг вполне успешно разложил все по полочкам. Все хорошо. Прямо, правда, хорошо. Строй мне мастер-класс, а то я тоже хочу, чтобы все было хорошо. Хорошо, все уже закончилось. Файлы с ноутбука Ника потеряны. Но и преступника больше нет. Тут убыло, там прибыло. Это от нас ускользнуло. Ник был отличным журналистом. Влашем, могло быть что-нибудь такое. Какое? И что мы тут делаем? Обсасываем никому не нужны не совпадающие детальки. Даже не думай отбирать у меня мой хэппи-энд. Просто да, все прошло. Я тут с Уолтером пообщался. Как ты смотришь на предложение стать новым главным газеты? Издеваешься? Нет, он уходит на пенсию. И я пообещал, что говорю тебе, если ты решишь отказаться. Даже не знаю, что и думать. Я готов тебя заменить. Ты ведь, я помню наши странные разговоры, я знаю, что всегда этого хотел. Верно. Да, правда. Блин, я в шоке. Но мне ведь понадобится помощь. Какие у тебя планы? Опять уезжаешь? Я думаю задержаться. Хотя бы не надо. Или даже надолго. Натару мне понадобится. Я стоюсь, кто-то должен присмотреть за нашим городом. Сэм Хиггс, Basswood Protector. Сэм Хиггс, защитник Бастон. Все лучше, чем убийца. Вообще разрушитель. У нас это 21 век, есть все новое. Это давно забытое старое. Сейчас подумай, что сказал бы Уолтер. Ладно, визитки так визитки. Че, конец? Твин Мэрро. Ну, в этой игре я другие концовки проходить точно не буду. Ибо не особо хочется. Как-то так. Концовка есть концовка. Все, спасибо.
кто смотрел данную игру, прохождение. Игра неплохая. Почти за 6 часов прошли. Чуть меньше. Как-то так. Перезапускаю стрим, и там дотку фильм.